В Магаданской городской думе прошло очередное заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Депутаты говорили о полномочиях департамента СОТЭК. В частности, предлагается освободить ведомство от проверок соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка при выдаче разрешений на индивидуальное строительство. Это связано с тем, что индивидуальное жилищное строительство происходит в уведомительном порядке. На комиссии депутаты также ознакомились с информацией регионального оператора по обращению с ТКО «Магаданский». В начале года руководство предприятия направило обращение к народным избранникам по вопросу критического состояния компании и поиску решения сложившейся ситуации. На сегодняшний день вопрос урегулирован и снят с депутатского контроля.